Всем привет! Продолжаем ретро-тему. Сегодня у нас будет автомобильная магнитола Гродно RM304SA5A. Вот, 21 час. Автомагнитола кассетная, имеет радиоприемник. Перемотка осуществляется путем перемещение вот этого рычага влево-вправо, и это стоп, а вот это выбор с кассеты. Переключение диапазона частот FM, AM, ну это тюнер, а написано тюнинг. Звук, здесь баланс, вот вторая кругленькая штучка. Давайте посмотрим, что тут написано у него. Вот. Стерично магнитола, непонятно, для автомобиля, что ли, что-то написано. А, нет, стереомагнитола, не вижу нифига. Вот, короче, ее характеристики, параметры, непонятно какого года. Производство, клеймо АТК. Кто производитель, тоже не ясно, напишите в комментариях. Колонки у меня нет своей, наверное, это все покупалось отдельно, приобреталось. Сзади вот такие вот соединения, то есть провода идут на колонки и провода питания. Вот здесь вот должна быть антенна подключаться. Соответственно, вот корпус, это масса. Вот я где взял колонку? Я, короче, вот от кинотеатра поставил Panasonic, это центральная колонка. Вот. Что-то у меня тут проводок, что ли, отошел. Один. Вот, зашипело. Наверное, ценителям ретро аудиотехники будет интересно, хотя год не знаю какой, может быть, наверное, начало 90-х. И поставим мы кассету Mirage. Попробуем поуправлять этим чудом. Очень тугая механика, жестко все. Перематывается она вот таким образом. Так выключается. Перемотка вперед. Еще раз перемотаем, попробуем. Послушайте звук из прошлого. Тюнер у нее что-то почему-то, не знаю, не работает. Я вот его пробовал уже сзади. Тыкал отвертку, фон идет. Но что-то не реагирует ничего. Все-таки, наверное, у меня здесь такое место, что ничего не ловит. Надо тоже где-то это на открытой местности с хорошей антенной пробовать, чтобы оно все это играло в хозяйстве. Но не играет. Напишите тоже, ребят, какой год примерно эта техника производилась. Такой тяжелый аппарат, все тугое, не знаю, как им можно было управлять во время движения автомобиля, хотя, наверное, можно было вырвать бороду. Правда, очень туго все включается. Тоже вот хотел показать вам, похвастать эту удивительную технику из прошлого. Наверное, оно интересно сейчас кому-то будет. Вот. Все на этом, наверное, да? Давайте пока увидимся.